Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Игрополка, и сегодня мы будем играть в настольную игру «Нечто». Нас за игровым столом собралось четверо, и по традиции мы начинаем с подготовки к игре. Она несложная и интуитивно понятная. Первое, что нужно сделать, хотя порядок на самом деле не важен, да, мы кладем 4 топлива в генераторную и 4 топлива в котельную на соответствующие места. В зависимости от количества игроков выкладываем в подземное хранилище определенное количество топлива. Это наш запас. При игре вчетвером это 10 канистр. Далее, есть еще у нас хранилище на улице. Здесь мы выкладываем при игре вчетвером 3 канистры. Этим топливом можно заправить вертолет или вездеход. А данное топливо мы будем использовать для заправки котельной и генераторной. На кухню выкладываем все 16 фишек еды, независимо от количества игроков. Далее сюда кладем один жетон повреждения на штатный вездеход, а на штатный вертолет, да, здесь помечено в зависимости от количества игроков. При игре вчетвером вот 2 жетона повреждения. Также нужно повредить у нас радиорубку. Тоже в зависимости от количества игроков все подписано. При игре вчетвером вот 4 жетончика. То есть для того, чтобы послать сигнал СОС, нам нужно будет сначала починить радиорубку, только потом ею воспользоваться. Оставшиеся жетоны повреждения размещаются у нас вот здесь. В псарне у нас располагаются 4 фишки собачек, и здесь же кладется у нас карта локации псарни. В арсенал выкладываем, да, перемешиваем определенные карты оружия. В зависимости от количества игроков собираются разные колоды. Выкладываем оружие в арсенал, и также в зависимости от количества игроков собираются определенные карты в колоду вещей и выкладывается на склад. Фишку топлива кладем на СОС, а вертолет спасательный, который к нам прилетит, пока мы выкладываем вот сюда на изображение вертолетика. Далее, каждый игрок выбирает себе персонажа, они у нас выбраны, вставляем в соответствующую подставочку определенного цвета, и каждый игрок получает фишку подозрений, которую мы выкладываем на трек подозрений на желтое деление. Игрок получает карточку персонажа, получает 2 карты ролей «Человек-пришелец» и 3 жетона, которые используются в стычках. Здесь 2 человека и 1 пришелец. Кто смотрел последний фильм «Нечто» становится лидером, он берет планшет лидера. Далее, в зависимости от количества игроков, мы собираем определенную, скажем так, базу крови, образцов крови. Есть хорошие образцы, есть испорченные образцы. Складываем их в зеленый мешочек. И осталось нам определить, кто есть кто. Все остальные компоненты складываем где-то рядом с игровым полем. Итак, чтобы определить, кто есть кто, на начало игры нужно взять фишечку собаки по количеству игроков, и среди этих фишек должна быть одна зараженная. Вот эта фишка у нас нормальная, а вот эта у нас фишечка зараженная. Вот при игре вчетвером нам нужно взять, получается, 3 обычных и 1 зараженную собачку. Сейчас я их достану. 1, 2, 3, 4. Итак, каким образом будете брать? Просто возьмете у меня с руки? Да. Я их перемешал сам, не знаю, кто есть кто. Все, игроки втайне смотрят фишечку. Все остальные фишки мы складываем в мешочек. Здесь в мешочке располагаются все фишки собачек, и зараженные, и незараженные. Дальше игроки берут свои карты ролей, и в зависимости от сейчас полученной роли, ну, во-первых, мы их перемешиваем, чтобы никто не знал, кто какую карту взял, и свою текущую роль кладут вот здесь, справа от планшета. Но при этом вторую карту роли мы также кладем рядом, потому что в процессе игры роль может поменяться. Ну, собственно, давайте начинать играть. Еще в игре есть вот такие вот карты локаций. Перемешиваем их, открываем и располагаем там жетон лидера. Теперь человек, который придет в котельную, возьмет жетон лидера и будет в следующем круге быть, ну, в следующем раунде, будет лидером. Раздаем каждому игроку по 2 карты действий. Вообще, на игровой локации вот это у нас сброс под карты действий. Вот это у нас спальня. Но мы храним колоду вот здесь вот, да, в уборной так удобнее, рядом со сбросом.
Раунд, ну, игра длится, делится на раунде. Цель выживших сбежать со станции. Сбежать можно как? Починив радиорубку, вызвав вертолет, дождаться, когда он пролетит, сесть и улететь. Или починить штатный у нас вездеход или штатный вертолет. При этом нужно будет найти ключи, да, на складе среди вещей, заправить их топливом, завести и уехать. Звучит сложнее, и это так и есть. Задача нечто – заразить, ну, или поглотить всех на станции, или улететь, да, вместе с выжившими. Раунд делится на фазы, всего их 8, все простенькие. Я лидер, поскольку я последний смотрел фильм «Нечто». Первое, что мы делаем – бросаем кубик. Второе. Смотрим вот сюда. При игре вчетвером используем тот график, который у нас на карте. При игре большим составом есть дополнительная карта, которую мы там размещаем. Итак, у нас облачно. Это значит, мы тратим на обогрев станции одну и тратим на электричество тоже одну бочечку. Убираем их из игры. Это была вторая фаза. Третья фаза. Должен действовать пришелец, но его в игре нет пока. Открытый пришелец, имеется в виду скрытый, он пока играет как человек. Дальше раздаем каждому игроку до 3 карт на руке в этой фазе и одну карту кладем в закрытую сюда, на планшет лидера. Теперь игроки, начиная слева от лидера, идут в какую-либо локацию и совершают действия. Что можно сделать? Прийти на метеостанцию, предсказать погоду и заправить топливом одну из локаций. Можно прийти в котельную или в генераторную и принести сюда топливо или починить их, если они будут сломаны. Можно прийти на кухню, приготовить еду. Можно прийти в лабораторию, найти образец крови, чтобы потом выяснить, кто из игроков нечто. Можно починить радиорубку, можно поискать предметы, можно взять в арсенале оружие. Вот, собственно, все. Спальня создана для того, что если у вас на руках вас не устраивают карты действий, вы можете уйти спать, сбросить карты и выбрать нужные вам. Ну также можно пойти починить или заправить штатный вертолет и вездеход. Ну что ж, Ань, давай, твой ход. Мой Windows пойдет чинить радиорубку. Да, вот ты идешь сюда. Угу. Игрок перемещает свою фишку и дает одну карту в закрытую на планшет лидера. Лев? Я пойду в арсенал, возьму оружие. Давай. Миша? У меня карты такие плохие, я бы лучше поспал. Прям полностью спать пойдешь. Может, есть особое действие. Можно сбросить 3 карты, взять ту, которая и попадется, и положить ее. Но вот там на удачу, да. Иди попробуй с едой позаниматься. Ты идешь на кухню, 3 карты. Сбрасываешь все 3 карты в закрытую, смотришь и отдаешь ему. А я пойду тогда на метеостанцию и тоже кладу сюда карту. Теперь лидер берет вот эти карты, то есть 4 из них положили игроки, и одна была положена сюда случайно, перемешивает их и разыгрывает как минимум одну карту. Вообще, перед этим нужно разыграть стычки. Если в какой-либо локации больше одного живого существа, например, 2 человека, они разыгрывают стычки. Или человек и собака. Или, например, если в игре будет открытый пришелец, да, то разыгрывается как бы стычка сначала с ним. И только потом разыгрываются действия. Но у нас все разбрелись по одному, да, стычек никаких нет. Теперь открываем и разыгрываем как минимум одну карту. Есть 3 действия, вернее 2 действия. Активация. Все действия активации, они вот обозначены на поле. Здесь инфографика очень удобная и доступная. Да? То есть на кухне приготовил 2 еды. Дальше есть действие ремонт, починить. Ну вот здесь на рубашке все написано. И есть диверсия, да? Саботаж. То есть скрытый пришелец может, используя карту саботаж, подрывать работу. Тоже все понятно. На кухне, например, наоборот, сбросить 2 еды. Что ж, ремонт. Вообще, мы можем обсуждать, кому что. Всегда слово остается за лидером. Нельзя назначить действие персонажу, если он не может его выполнить. Но если, сейчас я понял, если никто не может выполнить действие, оно пропадает, но какой-то из персонажей задействуется. Итак, ремонт. Назначаем маме. Срабатывает ее особенность, она чинит 2. Это Windows особенность. После действия персонаж кладется на бок и больше не используется в этом раунде. Что ж, открываем дальше. Ремонт. Это я. У меня там ремонт выбран. Ну, вот я как бы ремонт не могу никому назначить, но я должен задействовать кого-то из персонажей. В этой ситуации я задействую Льва, как бы даже не спрашиваю его, потому что это у меня разумное, да, потому что еда нам нужна,
Дальше. Саботаж. Ого, это не я. Это не либо я. Она что-то подставила, либо это было в начале. Давай, я саботаж тогда предлагаю назначить мне. Ну да. А ты что-то ломаешь там? Я сбрасываю бочку топлива из запаса. У вас у всех был ремонт, что ли? У меня два ремонта. Ты положил ремонт? Чё? Ты поставил ремонт? Ты что поставил? Ремонт. Разыгрываю еще. И ты поставил ремонт? И ты ремонт? Я поставил нет, ремонт. А ты что поставил? Все три ремонта уже вышли. Один-два вышло. Два. Открывай следующий. Ну, там если ремонт нормальный, ну, открывай. Ремонт. Ремонт. Да, то есть ремонтировать на кухне нечего, все. Активация у нас не сработала. То есть кто-то нам саботаж все-таки подкинул. После выполнения действий все персонажи собираются в комнате отдыха. Активация, либо саботаж. И мы начинаем обсуждать. Итак, мы начинаем обсуждать. Это вот пятая фаза идет. То есть четвертая мы разначали действия. В пятой фазе мы можем обсуждать, выдвигать какие-то предположения. И более того, мы можем выдвигать обвинения в адрес друг мы друга. Мы решили, что мы тебе не доверяем. Сходу, да? Я то не есть... буду. Почему? Я папе доверяю. То есть я вот тоже. Опять же... Я положила ремонт, потому что мне нужно было чинить. Мы втроём положили ремонт. Слушайте. Михаила потому уверяет, что, у меня что ему нужно было. У меня два ремонта, один саботаж. Если бы я был нечто, я бы тоже утверждал, что я положил активацию и ремонт, но и все прочее. Но мне нужен был ремонт, я положил значит, ремонт. И это значит, было логично. Значит, случайная карта была итак, с саботажем. Начинаем... То есть, если игроки, да, вот можно обвинить друг друга, будем обвинять друг друга? Нет. Я считаю, например, нет. До трех, и мы показываем пальцем на того, кого не подозреваем. Ну, то есть вы сейчас не уверены, никого обвинять не будем. То не будет. Зачем нам тогда считать? Никто не хочет никого голосовать. Ты же хочешь обвинить меня. Ну, нет, я хочу, но не буду. Я папе верю. Можно воздержаться. Если мы будем обвинять друг друга, да, в ходе голосования, то фишка того, кого мы обвиняем, движется по треку подозрений. Ну, пока не будем. Когда она достигает вот этого деления, это максимальный при игре вчетвером. Вот это максимально, например, при игре впятером. То есть, когда она достигает максимального деления при соответствующем количестве игроков, то игрок разыгрывает карты действий в открытую, да, то есть ему никто не доверяет, и он разыгрывает карты в открытую. И, например, так нечто будет действовать сложнее. А также, например, если вы хотите проверить кровью кого-то, то проверить можно только того, кто находится дальше всех по треку подозрения. А у тех, кто вначале, можно проверить сразу? Вот сейчас в данной ситуации можно проверить любого. Кстати, можно проверить самого себя, если хочешь доказать. Что ж, будем обвинять кого-нибудь? Нет, не я. Решили же нет. Решили не обвинять. Потом идет шестое действие, это проверки, но у нас ничего нет. Для проверок нужно или найти хороший образец крови, или найти проволоку и огнемет. Дальше, нужно питаться. Если вы приготовили еду, вы сбрасываете всю еду с кухни. Это может быть две фишки в основном, но если у вас есть повар, будет одна фишка. Если же вы не приготовили еду, вы сбрасываете четыре фишки из столовой. Стой, а если, допустим, сразу из четыре кладовой. Придоволи? Если сразу четыре приготовили вдвоем. Не надо четыре готовить. Не надо, да, четыре готовить. Поэтому лучше по одному готовить. Когда кончится еда, будет действовать на станции голод, и мы сможем держать на руках только две карты. И восьмая стадия – это разброд шатания собачек. Собачки являются также источником заражения на этой станции. Перемешиваем карты локаций. Первая идет в котельную, вот сюда. Вторая, ой, это выкладываем. Вторая собачка на снегоход. Третья на склад. Лав. И четвертая в кухню. Нет, да. Открываем еще одну следующую карту и размещаем там жетон лидера. Иди, Лев. Любый не особо становится лидером, конечно. Карта псарни войдет в игру, вот в эту колоду локаций, тогда, когда мы поймаем собачку. Чтобы поймать собачку, нужно прийти в локацию больше, чем один человек, то есть вдвоем. Лев маленький для лидера. Что ж, давайте я раздаю каждому вновь до трех карт. Миша, три сразу, да, у тебя ноль на руке. Теперь кидаю кубик, я лидер остался. У нас облачно, я сбрасываю по одной топливо. Ну, собственно, кладу одну карту вот сюда. И давайте действовать, Ань, твой ход. Кто-нибудь положите мне ремонт. Ты хочешь опять сюда пойти? Я активацию положу. Я могу ремонт положить, но мне же активацию не положат. У меня есть активация. Ты сюда идешь. Тебе же оружие надо. Давай. Да. Лев, ты куда идешь? Мама, ты активацию положу? А, тогда вот. Ты пойдешь. Так. Я готовить. Ты... А, смотрите, я играю за Беннингса, да, и у меня особенность, что когда я нахожусь на метеостанции, я предсказываю погоду, кубик кидаю дважды. Любой другой игрок кубик кидает один раз. Аня у нас играет за Windows, он за один раз чинит две поломки.
Лев играет за Маккриди, да, он у нас такой боец. У него особенность, что у нас здесь обычный игрок две карты просматривает, а лев три. А Миша играет за собачника Кларка. И он не опасается собак, поэтому он может смело идти, к собаке. Что ж, нам нужно по-прежнему таскать топливо, поэтому я пойду сюда и тоже кладу карту. Перемешиваем карты. Так, лев, тот, кто приходит в локацию с жетоном лидера, забирает себе жетон, и в следующем ходу он будет у нас лидер. Открываем и разыгрываем как минимум одну карту, и это ремонт, и, конечно же, мы назначаем его домой. Смотрите, некоторые локации имеют вот такой символ здесь мускулов. Да? Если игроков в локации собралось больше, чем один, то действие выполняется столько раз, сколько есть стоячих игроков. Вот если бы здесь было два, то Аня выполнила бы действие дважды. Ну, ей и так хватило. Потом мы ее кладем на бок. И стычки опять мы не разыгрываем, потому что некому ни с кем у нас... взаимодействовать, да. Миша у нас собачник, он игнорирует собак. Открываем дальше? Да. Ремонт. Супер, все положили ремонт. Кому назначить? Кто положил ремонт? Я активацию. Мам. Ну, у меня не было ремонта, я же сразу сказала. Нет, это может быть случайная карта, не забывайте. Льву назначаем. Нет. Сразу вы подозреваете папу. Не, ну они же... Активация. Не еда. Вот ты приготовил две еды. Ну, собака-то мне съест. Давай. Может, не стоит. Стоит. Да, открывай. Да не стоит. Ты что, откуда ты знаешь? Ну, ты сам стоишь на станции просто так? Ну, вообще, конечно... Ну, давай. Активация, отлично. Я боялся там саботаж. Ну, ничего страшного, у нас еще вон куча. Я переношу топливо переношу вот сюда. Котельную. Свет бы тоже жил. Солнышко. Отлично. И солнышко. Этот результат можно... Чтобы потом использовать эти солнышки, когда нам понадобится. Этот результат можно будет использовать в следующем раунде. Что ж. В общем... Собираемся. Ничего не понятно. Я не буду ни за кого голосовать. Давай пообсуждаем. Я хочу кое-что сказать. Мы вертолет вызвали? Нет. Надо прийти туда и вызвать его. Да. Кто-то пойдет активироваться с активацией. Да. Я хочу в лабораторию, чтобы все-таки понять, кто из нас кто. Кого брать с собой не надо. Сходи. И как ты будешь проверять нас четверо? Любого. Он же может... Я его хочу вывернуть. Для начала. То есть вы предлагаете опять не голосовать, никого не обвинять. Ну, пока нет. Чтобы вот так все остались. Да. По треку подозрений фишка ползет тогда, когда мы обвиняем друг друга вот в этой фазе, или же тогда, когда ты с кем-то вступил в контакт. То есть после стычки у нас продвигается. Хочешь, давай обвиним папу? Хочешь? Я не хочу. Никто не хочет. Ты меня хочешь проверить? Насчет три, да, мы можем показать пальцем друг на друга или воздержаться. Тогда обвини меня, я буду на треке подозрений впереди. А зачем? Я тебя проверю, если ты добрый, ты идешь назад, и я так могу их проверить. У меня тоже как бы все ведут себя так, будто нечто не понимает, что он нечто. Понимаете, сейчас выиграю стол. То есть ты подозреваешь, что это лев? Нет. Что, не будем обвинять никого? Нет. Ну потому что, может, ты не знаешь, что ты нечто. Итак, кормимся, убираем две фишки еды, собираем всех собачек, которые у нас бродит по станции. Так, ну если я пойду проверять, кто-то должен еду готовить. Я сейчас забыл, что нечто. Переворачиваем, да? А лев лидер получается. На метеостанцию собачка пошла. На генераторную. Ну вот папа пойдет готовить еду. На штатный вертолет. На метеостанцию мы точно на снегоход. Ходить. Открываем следующую в котельную жетон лидера. Мам, ты вызываешь? Да. Папа готовит. Или вообще не угадать. Вот это ты пойдешь готовить. Лев сюда пойдет. Он еще до сих пор подождите. А третью карту дашь? Лев, сейчас бросай кубик. Выбираешь между бурей и солнышком. Солнышко. Итак, когда у нас солнышко, котельная вообще не потребляет топливо, но генераторная по-прежнему потребляет топливо. Продержимся еще. Теперь. Иди за кровью. Держите вам по карте. Раз. А если он выкинет... И одну. А продержимся нормально. Вообще планшет лидера передается лидеру, но я у себя его подержу. Вот я кладу одну карту. Не хочу расставаться с лидерством, вы поняли? Да нет там места просто. Я первый хожу, получается. Давай.
Ты пошел в лабораторию. Сейчас я посмотрю свои карты. Иди готовь еду. Мы же понимаем, куда Лев пойдет. Вы предлагаете мне пойти готовить еду? А, на метеостанцию я не могу. Но я могу пойти сюда и притащить ту. Либо вызывай вертолет, либо иди на еду. Лев, ты либо на еду, либо... Я очень хочу. Ну, ты как обычно. Слушайте, ну... Нет, мы тебя точно не возьмем. Давай, я пошел на еду. Либо ты себе положил? Да, я положил. А ты куда? Я вызываю вертолет. Хорошо. Лев? Я в арсенал. Давай. Нам бы сейчас саботаж не... Лев, помни, что ты можешь сбросить три карты и взять одну. Если у тебя все плохо. Если все плохо. Все, я перемешиваю карты. Стычек опять у нас нет. Да. Так, сейчас желательно маме вызвать, папе еду. Мне, если папа не пойдет. Давай. А если у меня будет саботаж, то оно сломается. Тебе. Ну, я еще раз починю. Что, мне? Да. То есть не тебе? Нет, а что, не вызываем вертолет? Вызываем, потом? Вызываем, давай, маме. Будем надеяться, не на еда сначала. Еда важнее сейчас. Папе. Я починю, если что. Давай, не особо. Открываю, но дальше? Да. Лев, ты решаешь? Да. Саботаж. Лев, к себе. Ну как бы тут единственное. Ну, всегда мне. Себе бери. За всю игру не может пацан никак оружие себе найти. Что нет, ну ты хочешь, чтобы он сломал? Смотрите, если саботаж происходит в арсенале или на кладовой, просто сбрасывается верхняя карта. Себе назначаешь? Да. Не глядя. Да, мы ее убираем из игры. Ну это лидер. Это вот он. Открывай дальше. Решать. Кстати, да, может ты назначишь кому-то другому. Я поспешил. Он уже назначил себе, он же подтвердил. Ты себе саботаж назначаешь? Хорошо. Открывай дальше. Да. Ремонт. Это не я. Надо ж назначай мне. Давай. Ну можешь мне. Назначать. Это ничего, этот ход ничего не сломает. Мы просто ничего не сделаем в этот ход. Хорошо. У меня просто был ремонт. Открывай следующее. Да. Открывай. Я же поэтому тебе сразу сказал, ты можешь сбросить. Я знаю, что у тебя... Открывай. Активация. Все. Что папа делает Михаил, находясь в лаборатории? Достает случайный жетон. Если это жетон испорченного образца, он может сразу его выкинуть. Вот здесь кто-то сломал лабораторию. Если же это жетон выкинул сразу, а вообще он может сохранить его у себя. В смысле, он может его хватак держать, какое и мы знать не будем. Какое там количество плохих против хороших? Там вообще как сейчас бы... я вам скажу. Плохих штук 10 хороших. Высок шанс перед достать игрой, хорошую. Перед игрой берется 2 жетона хороших и 3 плохих на каждого игрока. Плохих. Ну, не, на 4 больше. У нас получается 2 жетона хороших. 2 хороших, 3 плохих. 8 хороших на и 12 плохих. На 4 больше. Ну, нормально. Все, собираемся. Все, надо сейчас вызывать вертолет. Я буду вызывать вертолет. Мне уже все равно. Карту, что да, там из вас нечто? Но я попробую еще раз. Карту. Какую карту? Все-таки одну. Подожди, подожди, рано. Ну что? Покушали теперь? Нет, объясняться будем друг с другом. А мы кушать не будем, что ли? Потом покушаем. Нет. Ты сначала объясниться, потом покушать. Нет, не хочу, не хочу. А то кормить не будем кого-то. Не хочу. У вас есть какие-нибудь подозрения у кого-нибудь? У вас что, ни у кого-нибудь подозрений? Нет. Вы серьезно? Нет. Ну вы серьезно? Да. Нет. У меня есть подозрения? Давайте на счет 3. Но я его... Если не хотите, голосовать, делаем кулачок. Если хотите голосовать, показывайте пальцем. Напоминаю, вот здесь Аня, вот здесь Лев, вот здесь... Ну, не напоминаю, а зрителям объясняю. Вот здесь Миша, да, вот здесь я. На счет 3. Готовы? Раз, два, три. Вот так. Мы с мамой обвинили друг друга. Зачем? Так, кто это у нас? Зеленый, оранжевый? Ладно, чтобы... я маму все равно проверю. Чтобы я не могла принять решение о том, чтобы мы улетели в вертолете. Улетели. Да. Я что ж, проверю. Кушаем. И разбегаются собачки. Лучше ты папу проверил. Вернее, не то, чтобы разбегаются, а продолжают. Сначала ты. Они бегут сюда, в вертолетику. Все у вертолета хотят тоже улететь. Главное, чтобы не в кухню. На радиорубку. Вот сюда. Ну все, я вызывать не буду. Я вызову. Котельную. Выходи, вызывай. Ну вы добудьте кровь. Арсенал. Лаборатория. Наконец! Никто не добудет кровь. И на снегоход. Кровь не добудет никто. Вообще, давайте немного, ну я для зрителей порассуждаю. Кажется, что при игре вчетвером, вот стычек у нас, да, до сих пор не было ни одной. Но это не потому, что они невозможны или редки, а просто, ну, действительно, мы выбираем такие маршруты, и вот этот игрок, конечно, Миша, тоже он, по сути, одну собаку
как он, нивелирует ее, да? То есть... Нет, ты же можешь пойти в одну локацию, ты можешь пойти сюда или сюда, и для тебя нету стычки опять. А вообще бывают партии такие, когда можно прям вот, если я был бы нечто, я бы уже давно кому-нибудь пошел под предлогом помочь. И тайно бы заразил его. Кидай. Я вызываю. О, солнышко. Собирай Но кровь. Генераторная кончилась. Собирай кровь свою, иди. Когда я кончается... Иди собирай кровь. Сейчас, подождите минутку. Следующим ходом. Нет. Когда кончается у нас топливо, а вам нужно потратить топливо, вместо этого вы наносите урон. Когда сломается генераторная, у нас пропадет свет. И мы будем карты разыгрывать действий в закрытую, слепую точнее. Выбирать случайно. Когда сломается котельная, она сломается раз и навсегда. И станция начнет замерзать. И когда замерзнет, нечто выиграет. Миша пойдет проверять. В общем, слушайте, мой мега в радиорубку. Папа, ты идешь, надо добывать топливо. Вот кто здесь будет вызывать? Лев идет готовить. И одну на планшет. Три теперь. Лев идет готовить. Я мама едет в электричество. Миш, ты ходишь первый. Да? Лев лидер. Иди за кровью. Ну хорошо. Ты за кровью. Куда ты? Иди стреляй. Да. Свои кубики бросай. В смысле иди стреляй? По кубикам. А. Но мы можем с тобой вдвоем прийти. Нет, не можем. Мы не будем соединяться. Подожди. Нет, папа, ты только что сказала, можно пойти под предлогом кому-нибудь помочь. Иди к себе, пожалуйста. Мы можем вдвоем пойти вот здесь натаскать. Иди сам. Топливо. Я готов с тобой. Нет. Лев, тогда мы тебя точно. Ты пойдешь делать кушать, а ты пойдешь. Я могу пойти сюда. Все. И идешь сюда. Но я много топлива один не принесу. Нам надо работать. Сюда топливо принесешь. Мама, а я сюда. Все. Мам, ты всего одного принесешь. Я сюда несу. Нет, ты готовишь. Готовь. Здесь топлива полно, надо вот сюда идти. Керосинка не кончается. Не заставляйте меня готовить. Иди, я не хочу готовить. А у тебя есть ремонт? Мы тебя здесь оставим. Подождите. А здесь ремонт нужен? Нет. Подождите, я карту не разыграл. Я кладу три в сброс сейчас беру случайно. Ремонт никому не нужен, что ли? Нет. Кому нужен ремонт? Все починено. Здесь у нас все в порядке. Я хотела чинить сюда. Нет, надо. Здесь еще ничего не сломано. У тебя есть активация? Да. Значит, иди в еду. Еще не хочу. Лев, готов еду, не спорь с нами, все. Нет. Иди за оружием. Да папа, там собака. Да все понятно. Она не будет заражена. Да ладно, я тебя проверю. Ладно, я пойду кушать готовить. Да я для зрителей нагнетаю атмосферу. В смысле кушать готовить? Надо сюда идти. За Лев собирается идти. Он вообще непоколебимый. Одну? Я все сбрасываю. А, все сбрасываешь, смотри. Мама, там хорошая. Лев. Ты помнишь, что ты можешь, если это не активация и это прочее? Активация. Все. Я перемешиваю. Так, Чилива, у нас должна быть одна активация там, если все в порядке. У меня активация. Ну, как минимум, все стычек, у всех. Стычек. И твоя. Я лично клал активацию. Стычек нет. Правильно? Давай. Значит, четыре активации должно быть. Внимание. Та-да-дам. Активация. Кому, Лев? Еда. Еда. Да у нас топлива нет. Нет. Там еще одна есть. А вдруг нету? Вдруг все друг друга обманули. Давай. Даже если там нету, мы уж не умрем с голоду, а топлива нет. Тогда мне не будем еду. Открываем. Я знаю, кто нечто у нас. Открываю? Да. Ремонт. Ну не надо, но мы так и не улетим. Отцу. Миша. Нет, пусть он проверяет. Нет, мы так не улетим, пусть мы не знаем, кого брать. Отцу. Пап, давай тебе. Это еще из-за вас. Открываем дальше. Да. Кто подбросил ремонт? Активация. Еде. Открываем еще одну? Активация. Да. Активация. Миша. Все, у всех активация. Миша, давай уже проверь, ради бога. Один случайный жетон. Смотришь на него и делаешь с ним, что хочешь. Да что же это такое? Миша, да мы из-за тебя. Лев, мы не знаем, с кем улетать. Вдруг ты нечто такое заснимал. А ты все вытаскиваешь, смотрите, смотрите, в этой игре нельзя. То есть людям, если улетать, мам, то улетать всем вместе. Обалдел, что ли? Ну, я один не вытащу. Мы так сразу раз, два, три вытащим. В общем, да, давайте все вчетвером пойдем. Нет, ты остаешься. Ты хочешь меня подманить, ты сам нечто. Нет, давай я льва возьму. Возьми. Давайте проголосуем. Я готов голосовать. Давай. Давайте. Насчет. Нет, вы можете пообсуждать, кстати. Я вас перебил. Давай. Нет, голосуем. Вообще никого не хочу. Давай. Раз, два, три. Ой. А ты на кого показала? На тебя. Меня?
Так. Пап, ты зачем на меня показал? Я случайно ладошку показал. Я уже тебе не доверяю. Он этот, все, вижу, понятно. Слишком... возбужден. Слишком, да, у тебя вот эти вот... Нет, ну, я предлагаю действенное решение, нам надо топливать. Ты кричишь, нельзя ходить вдвоем. Нам надо это, ты кричишь, нет. Иди до последнего, иди в этот. Так, кушаем. Ой, мам, ну если мы уверены, что папа... Проверь папу, значит. Я проверю, но я не вытяну. А почему папа у вас вдруг виноват? Да потому что ты меня подвинул ни за что вообще. Потому что ты кричишь слишком много. Я на самом деле, меня никто не голосовал. А надо бы Ивана подозревать. Не надо. Я не пойду. Иди еду готовить. Генераторная и вертолет штатный. Ты вытащи, ты пойдешь. Жетон лидера на снегоход. Остается здесь. Давай. Кидай кубик. Давай, солнышко. Солнышко, отлично. Ну вот это все равно потребляет. Нет, давайте еще. А почему от солнышка? Потому что свет-то не важно. С двумя картами выживем. Или нет. А если мы будем вытаскивать этот так, неизвестную мне, карту? Мне три карты мы тебе. Мы не переживем. Три карты тебе. Одну карту тебе, одну карту. И одну на планшет лидера. Я ее отлично чинить. Миш, ходи. В смысле чинить? Поносить. Носить, да, ну. То есть ты, Миша, придерживается у нас той же стратегии, раз он собачник, вот он ходит там, где... Ну вообще голос не так страшно, ну подумаешь, две карты у нас будут. А темнота тоже не так страшно, будем в открытую складывать. Нет, темнота, мы случайную. Вдруг у меня саботаж и активация. Ты скорее всего саботаж. Когда ты будешь голодный, у тебя будет только саботаж, понимаешь? Я... У тебя три... Давайте я пойду приготовлю еду. Нет! Миша, иди ты готовь! Миша, слушай, раз ты такой отважный, значит, ты нечто. Смотрите, тебе уже я сейчас вам скажу. Иди привезли к образец крови, отважный тихо, ты наш. Тихо, тихо. У нас 7 здоровых собак и 2 зараженных. У нас шанс заразиться от собаки 2/7. Ты это маленький шанс. Это шанс... Еда, ничего страшного, 2 карты будем. Иди, солнышко выкидывай. А, сюда ты меня опять посылал. А в радиорубку кто-нибудь пойдет? Я! А, ты пойдешь. А в лабораторию? Только ты сама? Мам! Так, боже. Я сбрасываю 3 карты. Ты сказала, в лабораторию ты сказал, пойдешь. Ты пригонишь вертолет? Я сказала, да. Я спросила, ты в лабораторию так, пойдешь? Так, я иду. Сказала. Я хожу. Ну, у нас же еще Лёва есть. Да он пойдет в арсенал. Лёва, тогда сходи, пожалуйста. Я хочу в арсенал. Ты куда, в лабораторию? Да. А пусть вертолет кто-нибудь вызывает. Вертолет вызывать пошла. Да. Пока он прилетит, мы 15 посмотри. Раз. У меня 3 саботажа. Саботаж? Посмотрел? Угу. Ребят, Лев, что у тебя? Вот теперь внимательно. Ремонт. Единственная карта, пап, которая... Единственная карта, которая здесь положена умышленно, это твоя, Миш. Я положил активацию. Все, да. Я клал случайную, мама случайную, Лев случайную. Все отвратительное. Давайте не будем ничего открывать. Одну минимум мы должны открыть. Давай верхнюю откроем, назначим мне и все. Давай. Активация. Давай мне и все. Мы так вертолет никогда не вызовем. У него саботаж, у него ремонт. У тебя, скорее всего, ты сам подложил себе саботаж же. Давай вызовем вертолет и сбросим все карты. Вообще Лев назначает, он лидер. У нас свет сломается. И что? И что, в темноте не походим? Не походим. Че не свет? Да вертолет надо. Лев, свет. Вот каждый раз в игре, когда я пытаюсь вас спасти, вы говорите, что это я нечто. Раз ты пытаешься спасти, ты оказываешься нечто. Вертолет нужен тебе, нечто, точно так же, как и нам. Только ты улетишь там один. Я лидер, я себе могу назначить. Говори. Если ты себе назначишь. Да пусть назначит себе, уже и за остальные все сбросим. Что ты делаешь? Назначай себе, пусть назначит себе в кои-то веки. Что делаешь? Назначай себе, назначай. Маме. Закрой гештальт, маме не надо. Мама, мы вызовем вертолет. Мама следующим ходом вызовет, давай. Мам, ему все равно, он решает. Давай тебе. Он сейчас выберет самое плохое. Да мне-то зачем? Всего. Ну, Миша, давай. Что можно. Давай, себя Миш. Возьми, ты наконец-то себя возьми, мы все остальное сбросим. Нет. Все, Лев, твое решение. Что говоришь, что делаем? Миша. Тогда Миша. Больше не ходи на свое это. Я буду. Лев, ты не приносишь ни единой пользы. Ты просто так шарахаешь. Ты просто как сейчас взял. Следующую открывай карту. Нет. Да. Лев. Себе назначит, ничего страшного. Пусть открывает. Там саботаж. Пусть открывает, себе назначит. Давай. Сбрасывай. Следующую открываю карту. Открывай, открывай. Нет, там ремонт или саботаж. Пусть открывает. Отцу назначит. Отбрасывай. Открываю? Да может сбросим? Нет. Ремонт. Кому отцу назначай? Назначай. Маме. А, мне назначай, мне ничего не произойдет. Если там саботаж, то лучше Маме. Маме. Открываю? Нет, там саботаж, слушай.
Нормально, пусть открывает. Там саботаж. Сбрасываем, все, он решил. Он лидер, все. Он какой-то плохой очень лидер. Я пойду за жетоном лидера, все. Итак, друзья, этот раунд прям выдался эмоциональным. Все кричали. Вообще, вот эта игра, нечто, она социально активная. И она проходит, и мне это нравится в ней, в обсуждениях. Порой в громких обсуждениях. Поэтому, очень громких. Если мы начнем вдруг кричать... Ну, если смысле, вы услышали, что за стеной ваши соседи громко обсуждают. На повышенных тонах, если вдруг мы что-то обсуждаем, ну, громкости повышенные, вам я говорю, то прошу понять и простить. Он мне не нравится. Ну что, давайте обсуждать. Мне все не нравятся. Все не нравятся. Я льву не доверяю. Лучше бы я была лично и улетела лев, сама, конечно, просто лев, без конечно, вас. Этот раунд разыграл очень странно. Очень-очень странно. Я сказала, ну, открой одно и все. Так ты, я тебе сказала, возьми карту. Взял бы оружие и все. Взял бы тебе оружие. Не успокоился. Если бы ты не открыл вторую карту, ты бы оружие лишнее не сбросила. Ты взяла, открыла ее почему-то. Оружие, может, бы его и спасло бы в будущем. Как? Ну, когда надо будет поджечь нам всю эту базу. Нам не надо будет. Будем голосовать? Да. Нет. Давайте на счет три. Готовы? Ань. Раз, два, три. Я ничего. Я тоже воздержусь. Они вот двигают сами себя. Потому что Миша мне не доверяет. Я тебе не могу доверять. Ты такой вообще. Ты не доверяешь себе? Тебе сказали, возьми себе эту карту. Четыре еды. Тебе сказали, не открывай дальше. Ты открыл. Сейчас у нас у всех будет по две карты. Готовьтесь. Не сейчас. А если мы сейчас не приготовим? Надо сейчас не приготовить. Я не буду готовить еще. Я в лаборатории. Снегоход. Котельная. Радиорубка. Походу, Миш, ты в радио... Ох, и кухня. Следующая карта. В генераторной находится жетон лидера. Лев, кидай... Иди, Миш, мама, иди в генераторную. Кидай кубик погоды. Я пойду сюда. Папа, ты идешь не предсказывать погоду, а искать. Солнышко. Лев, мне каждый молодец, раз дается, да. Солнышком. Так, подождите, я раздам карты. Мне три. Мне три. Три. Сейчас я сброс перемещаю. Чего все сбрасываете? Потому что нет. У меня все три саботажа было, четвертый саботаж пришел. Как я должна играть? У меня вообще? Тоже три саботажа было. Здесь вообще из там 80 карт 79 саботажей. Как серьезно, играть? Как в это играть вообще? Это 80-79? Да. И одна активация. И ни одного ремонта. На, и тебе. И одну на планшет лидера. Миш, ты первый ходишь. Мама, ты идешь туда? Мне повезло очень. Лев, ты куда идешь? Так, как обычно. Сюда. Ребята, нам надо... Папа, нет, ты в этой игре обсуждать можно, но вы не обязаны, если не хотите. Папа, ты идешь в лабораторию или вот туда? Предсказывается. Нам всем нужна активация, чтобы вы понимали. Всем нам нужно идти вот сюда. Я... Мама, у меня тоже есть активация. Ты пойдешь туда. А сюда кто пойдет? Я. А-а-а. Ты пойдешь в лабораторию или лидером? Да. Я хочу быть лидером. Ну я-то впервые тебя, я пойду, буду лидером. Ну, вот фу, нельзя быть лидером. Я не хочу, чтобы ты был лидером. А куда вы хотите, чтобы я сюда пошел? Иди лидером, папа лидер. Ну вы-то мне не доверяете. Я тебе доверяю. Я когда говорю, пойдем поиграем в нечто, вы уже мне не доверяете. Папа, иди стань лидером. Лидером стань. Да ты ходи первый. Короче, ты становишься лидером, ты в лаборатории. Вот он, и он говорит, распределил. Да, да. Ты лидер, да? Ну, я подумала, и мы решили. Ну, папа, ты за лидерством? Вообще, папа, если ты честно, возьмешь за тон лидера, мой я буду в этом раунде. Поскольку я образцово-показательный нечто, которое радеет... Ой, каждый раз ты это говоришь. Да, радеет еще за ни разу не было. Жизнь. Полярников, что я должен это? Пойти сюда. Иди, стань лидером. Иди, стань лидером, тебе же сказали. Я здесь полезнее. Да на льва нельзя не положиться вообще. Я сюда не... А ты сюда идешь. Я уже в лабораторию. Она в лабораторию. Зачем? Я буду потому вас проверять. Я так сказал. Да мы нам свет важнее, чем проверить. Ну ладно, свет я положу вам. Нам свет. А, вы вот к чему? Чтобы свет я принес, но вот здесь, да? Да. Ну, если ты сюда нам свет положишь, то иди там положи. Если лидерство. Вам тебе... же не нравится лидерство. Если тебя лидерство не устраивает. У меня лидерство льва только Антоновича, не знает. Да. Папа! Твое лидерство папа, нормальное. В этом ходе я буду распределять карты. Да, это уже не важно. Да мы все равно давим на него очень папа. Сильно. Папа! Мама, иди стань лидером. Я там полезней. Ты куда идешь? В лабораторию. Ты же маму в лабораторию послал. Надо, чтобы лидером кто-то был, кто не является Лев, львом. Иди, иди. Дайте льву огнемет найти, все, и он успокоится. Да, я сказал, в прошлый раз забери уже эту карту. Вдруг там в огнемет.
Сейчас мы вызываем Мишу. Дальше маме. Давай. А потом Лёву. Открываю? Да. Нет. Себя. Саботаж. Ты говоришь нет. Да зачем? Льву, да все, он без оружия. Я не хочу. Не назначай. Нет, ну ты сломаешь. Нет, ты образец крови потеряешь. Давай, давай потеряем образец крови. Нет, маме. Отцу. Маме мы можем плохое потерять. Нет, тебе. Мы потеряем хорошие. Там и так хороших не хватает. Там хороших штук. Ну назначьте мне, господи. Назначь себе назначь. Себе он пусть возьмет. Тихо, Лев, решай ты. Назначь отцу. Никто не давите на него. Давай я тебе. Буду давить. Кому? Тебе. Мне? Все. Мама, я тебе что сказала? Стань лидером. Ты мне сказал. Давай, мам. Открывай следующую. Да. Он не выбрался лидерство. Да. Открываю? Да. Активация. Нет, забери. Забери Возьми. Свое Нет. оружие. Забери уже свое оружие. Мы больше не можем это слушать. Итак, Лев просматривает три карты. Две кладет под низ колоды, одну берет. Вы эти карты держите скрытую у себя. Если вы взяли огнемет, вы ее показываете. Вообще, оружие помогает избежать стычек. Как с людьми, так и с пришельцем. Поэтому угу. это полезная штука. Если есть огнемет, забирай. Не особо. Очевидно, нет. Нет огнемета? Нету. Все. Открываю дальше. Да, нет. Все. Надо дать Льву оружие, нет. и все. И он будет Открывай. Всю игру ласковый и нежный остаток игры. Давай маме. Вызываем вертолет? А, маме? Чтобы она вытащила черный. Это мы улетим со станции, нет сегодня? Ничего страшного. Да нам уже Миша, Миша, означаю. Не больно, мы только... Лев, мы не можем улететь, если мы не знаем, кто из нас предатель. Все. Давай, пап. Мы вызвали. Открываю маме, последний. Маме, осталось, давай. Открываю? Давай. Нормально. Маме. Я дам маме. А что за счастливая рука? А можно последнюю? Мам, вытяни зеленую. Папа, а можно последнюю посмотреть? Не надо. Пожалуйста. Вдруг там плохая. Вдруг там плохая. Ну, зелененькая. Одну. Не показывай никому. Мы просто посмотрим. Я так нельзя было держу показать? Себя. Зелененькая? Да. А что, нельзя было показать? Проверь папу. Держу можно себя. Было? Он просто пытается себя уже как-нибудь обезопасить. Ну так что? Папа, как, мы когда проверяем? Какой ты должна проверять тебя? Сейчас мы обсуждаем. Давайте мы за него голосовать. Голосуем, да, комната обуха и обвинение. Если допустим, против тебя или против меня, то мы вперед передвинемся, и надо будет проверять только себя. Откуда такое? Так что его, все. Недоверие. Недоверие папе. Мы играли ты меня обманывал уже. Папа! Чем я тебя обманывал? Я тебя спросил, ты нечто. Папа! Нет. Мы играли... Нет, я бы тебе сказал, я нечто. Мы играли четыре раза нечто было. Ну, хорошо, спроси у меня, ты нечто? Не буду, я тебе не доверяю. Я тебе скажу честно. Давай. Нет. Спроси у папы. И папа, ты нечто? Да, я нечто. Все, давай. Все, не будете меня проверять? Будем, давай. Ты не нечто. Все, давайте. Да, я конечно, тебе не верю. Конечно, я не нечто, я всю команду а тащу вперед. А нечто? Покажи сейчас пальцем на того, на кого ты думаешь, что нечто. Да. Так это может меня. Быть ты. Ну, только показывай. Это может быть Миша. А я... может быть это ты? А что сразу я? А что я? Надо на Льва, по-моему, проверять. Давай. Сначала я отца. Подождите, насчет три будем голосовать. Я не хочу голосовать. Не голосуй. Нам все равно, мы с вами голосуем. Насчет три. Раз, два, три. Мишу на один, меня на два. Папа, я сразу на всех показал. Вот теперь можете провести проверку, если у вас есть... Мама, подождите, если у вас есть огнемет и проволока, то вы проводите проверку против любого игрока. Если у вас образец крови, то вы проводите проверку, то есть против самого подозрительного игрока. Ты просто говоришь, я хочу проверить, и все. Папа! Какие интересные. Папа! Он начал проверить, я уже взяла образец крови. Открываю? Да. Вы уверены? Да. Прям 100%? Да, открывай! Это было очевидно. Я сбрасываю вот эти карты. Умираюсь трек подозрений. Папа! Папа, папа! Мы тебе говорили! Дальше убирается все жетоны, все убирается, Папа. Фишка. Вот а это. Может быть вот переворачивается. Огнемет. И я беру. Нам больше не нужен твой огнемет, хватит. Нам надо просто подождать чуть-чуть, когда оно прилетит, улетит. Жетоны силы пришельца. А с папой кто-нибудь? В количестве равное количеству игроков, деленное на два. Два. Ну а теперь везде надо сходить по трое. Значит, ты сейчас то, у него твоя все основная задача это бесконечно это выкидывать солнышко. Подождите. Пойдете все вон туда? У вас голод. Кидать. У вас голод.
Это во-первых. Как заговорил. Ой. У вас. Все, он ремонт. Больше не с нами. Я тянул вашу команду как мог. Куда? Чтобы спасению. Вот именно, чтобы вертолет только, быстрее вызвать. Только благодаря мне вы не замерзли вообще на станции. Чтобы сесть в вертолет и улететь. Я сразу поняла твою фишку. Чтобы я все починила, мы быстро его вызвали, и ты бы улетел. В общем, слушайте, нам надо ходить по трое. Потому что если он даже вдвоем отправить в одну локацию, у нас трое, мы его завалим. И причем четвертая сила, коктейль Молотова. Подожди, вот эти были карты. Ну, давай. Либо нам ходить жетон по одному, но тогда, возможно, нам уже все. Еда нас больше не волнует с вами. Лев, оружие тоже. Лев, кидай кубик. Нам бы энергия бурю, починить. Бурю, бурю, Лев, солнышко, бурю. Солнышко. Итак, два. А один повреждение, да? Вызвался. Да, здесь нету ничего, поэтому получает повреждение. Видишь, на два здесь его. Один. А здесь раз, два. Раз, два, да. Все. И в общем, на один. Все топливо таскать. Смотрите, вертолет двигается, тоже там указано, на два в погоду пасмурную, и топливо двигается на один. Когда топливо достигнет вот этого места, вертолет улетает. Кто у нас сейчас пассажиров. Ходит первый? Миша? Ты? Он. Нет, он ходит сейчас ходит первый нечто. Ну, прекрасно, мы посмотрим, куда он пойдет. Папа, пойдет не увидим. Папа, а он не знает, я беру вот эти карты. Папа, мы идем. Да. А если он улетит, мы сможем? Мама, на надо починить. Да. Вдвоем пойдем. У меня... А один тут идет, там пойдем. Он завалит воду. Во-первых, может за столом еще нет, один нечто сидеть. Нет, двойная сила. Нет, ничего, мы не контактировали. С собаками не контактировали. Выбираю любое количество локаций. В общем, я предлагаю нам идти в электричество. Я там починю, а ты принесешь. А я вас буду охранять. А ты с нами пойдешь. У меня двойная сила. Папа, ты нас... Просто сюда предлагаешь идти? Может, все пойдем втроем. Туда, и там побросаем все кубики, и да, поставим эти? А если там выпадет... Ну, а, ну... У нас три. Ну да, ну пошли. А у нас еще увеличивается количество кубиков за счет того, что у нас будет дофига? Нет. Ну, значит, три шанса у нас. Поставим сюда, сломается второй, потом еще одним ходом сходим и все починим. Я за один раз если сразу два починю. Мы не починим. Почему? Он один сломается. Потому что мы, возможно, не вытянем ремонт. Я пойду в одну локацию. И использую две силы. Лев как бы был, но я полез. Лев, да. Все, я пойду в одну локацию и использую две силы. Теперь, получается, я хожу? Могу использовать вот такого пришельца, вот он, двухсильный. Ну, эти жетоны, они как бы спокойно меняются между собой. Папа, ты четырехсильный? Да, там... Итак... Один, два, ой, один, погоду. Мы все метео... два, три и четыре. Метеоролы. Все, иди, мы все идем предсказывать погоду, да. Понял? А мне нечем предсказывать. В смысле? У меня ремонт. Подождите, Сбрусь. Я... От... Вдруг там сколько? Совпадаешь. А, я вам не докладываю карт. Все, да. На станции голод у вас всего по две. Я тоже сброшу. Одну карту тоже? Я кладу вот сюда. Мы сейчас еще больше топлива. Давай, потеряем. Миш, ты. Давай. Ты? Активацию, надеюсь, положил? Да. Давай. У меня вот самого активация. Смотрела? Так, что? Да. Активация? Все. У меня ремонт. У тебя активация? Хорошо. Что ж, разыгрываем стычки. Я открываю. Котельную? И я в котельной. А ты же ее не можешь доломать? Силой 2. Мы надеемся, что тебе там теперь очень я тепло. Выбираю. Или я ломаю котельную столько раз, сколько у меня силы, это 2. Или я поглощаю собаку и становлюсь силой 3. И тогда вы меня уже не одолеете. А тогда ты нас тоже не одолеешь. Нас сила 4! Если 3-3, у нам... тебя оружие. Да. У меня коктейль Молотова. Спасибо, все рассказал. Значит, я не пойду к вам. И я ломаю. Все, спасибо. Нам надо ходить теперь туда. Ничего, определимся. А мы теперь можем ходить к собакам. Если мы все... Если двое людей к одной собаке, то они ее загоняют. Ну, решим вопрос. У нас сейчас стычки у всех. Давайте, проводите стычки. Я даже не знаю. Ой, я напомню, как они делаются. Бери два человека и... все свои жетоны. Если вы человек, обязаны взять два человека. Если вы пришельцы, можете взять как два человека, так и человек, и пришелец. Я. Выкладываете их, и на выбор каждый проверяет... Заражен этот человек и пришелец. Посмотрел? Да. Клади, Ань. У я любого выбирай. Я должен помешать вот это? Посмотрел, клади, Лев, у я любого Миша. Выбирай. И все, кто участвовал в стычках, продвигаются по подозрению. Нам это мешать? Теперь мешайте свои карты ролей обязательно, потому что никто не должен знать, сменилась ваша роль или нет. И выкладывайте свою текущую роль. А это можно забрать? Я свои карты знаю. Все? Да. Теперь мы начинаем кидать. Да. Кого кидать? Кубики. Мы открываем. Вот эти? Да.
Не, ну теперь-то вы втроем, типа зараженных нет, можно собираться, да? Угу. Активация. Давайте мне, я хочу пинки просто. Давай. Солнышко! И куда несешь топливо? Сюда. В свет. Свет. И... А ты продвигается по треку, нет? Вертолет не продвигается? Нет, в следующий раз сразу... Все? Да. Все, открываю дальше? Да. Это да. Льву решать? А вдруг там саботаж? Да. Нет, там саботажа. Чего? Он мог этим четвертым. Кидай кубик. У меня всегда солнышко было. Да у меня и так. Куда солнышко. Несешь? А что он несет? Топливо. Свет. Тортик. Он продолжает нести? Тортик. Все, больше ничего не открывай. Все, хватит на этом. Открываем? Нет. Там может быть саботаж. Это Льву решать? Решать? Лев. Нет. Все. Может, он последний насрачивает свою участь. Вы будете что-нибудь обсуждать, нет? Вы будете что-нибудь обсуждать? Да, давайте пообсуждаем папу, какой он плохой нечто. А что нам теперь папу обсуждать? Не знаю. Вы можете друг друга пообвинять. Мы не собираемся. Никого не подозреваем. Давайте, раз, два, три. Поехали на снегоход. Лабораторию. Генераторную собаку. Ой. Штатный вертолет, жетон лидера на склад. Папа, ты можешь стать лидером? Нет. Кидай кубик. А если бы ты был лидером, а перевоплотился? Нормально, кинь. Так вот, как чтобы папа порадовался за тебя. Давай, буря. Тебе в руку, давай, давай. Прям в руку. А как раньше, мы же выберем тот. Солнышко. Мы же можем выбрать солнышко, даже если бы он бурю кинул. На 4. 3, 4. Эту на 1. Мы улетим. Это мы добираем. Всё, я не знаю. Солнышко, давайте. И? Одну карту. Я хожу, подождите. Такая тишина, я не могу. Да я понял, вы хотите меня поймать в где-то, правильно? Ну давай уже, принимай решение. А то мы тут не можем, показываем как Рэмбо, руками, ногами. Это сила 1. И? Надо доходить втроем. Нет, в принципе, мы можем, если он разъединился, мы можем вдвоем лев с коктейлем Молотова. Да, если он пойдет к нам, мы его завалим. Если лев, у него коктейль Молотова, он завалит. И я, и моя сила еще. Ты иди один с коктейлем. Иди один с коктейлем Молотова и бросай кубик. А мы пойдем на собаку. А вдруг он меня победит? Мы пойдем на собаку. Ну, мы тобой пожертвуем. Сюда пойдем. Не надо победить. Он разъединился, видишь? Он хочет в разные пойти. Как он тебя победит? У вас силы равны. Ты коктейль, вас двое, и он... А зачем мне сюда идти? Ну, он, видите, отменил свое решение, решил все-таки вдвоем идти. Значит, пошлите, будем ходить трое, я и моя тень, кто еще. Ну, короче, ну надо чинить. Пошлите, собаку загоним. Да зачем? Починим и собаку загоним. Папа, если и мы... Эту надо чинить. Папа, а если мы опять что-то будем, то мы, а мы не будем друг друга опять проверять? Как? Будем, а? Что толку? Мы не знаем, что мы чистим. Мы можем собаку на тебя сказать, сожри его. Пас, можем делать? Ты в две разные локации пошел? Да. Ну, надо разделяться. Ну, а вдруг это опасно? Давай, тебе две? Ну, а вариантов нет, мы же наложили. Мне одну. Один, и тебе две. И одну на планшет лидера. Ой. Давайте. Пошлите все. Мне прям плохо. Миш, ходи. Мне тоже все плохо. Пошлите все вместе. Миш, ходи. И втроем. Все вместе идем. Котельно. Я. Так. Так. Давай. Я сбрасываю. Лев, ты... А мне покажешь? Ты положил ремонт. Мам, у тебя что, ремонт? Или активацию. Активация, мам, ремонт. Все ремонт? У вас? У меня активация. Мне надо прям починить срочно. Итак. А то я ее доломаю. Я пошел в лабораторию. А зачем? Мы же так знаем, что я пошел на снегоход. И ты съедаю этих уезжать? Двух собак. Зачем? У меня сила 4. И теперь у меня сила 4. И у нас 4. Правильно? Пап, ты теперь будешь ходить вот этим. Сейчас я уточню. Смотрите. Силы пришельцев больше, чем силы персонажей. Либо нет. Поглотить одно живое существо в этой локации, собаку, персонажа, либо устроить саботаж. Я поглотил. Лев, ты можешь его сжечь, кстати. У него сразу сила собаки равна нулю.
Я обе съел. Вам будет легче, конечно, без собаки, но... Бедные собаки. Мне будет, наоборот, лучше. Собачки. Давайте, разыгрывайте стычки. В общем, я хочу сказать... Зачем папа, нам опять если там будет саботаж, то он сразу сломается. Да. В общем, я не хочу проверять. Но вы должны разыграть. Если он вылезет первым, проверяйте. То сломается. Раз, два, три. Теперь мешайте свои карты. Мне это обязательно. Он сейчас возьмет и улетит у нас. Да как он улетит? А, он никак не найдет, да? Ну, возможно, он там находит. Улетит. Да не может он я там улететь. Я не могу сесть в вертолет. Почему? Ну я же нечто. Он слишком большой, он не помещается. Давайте. А как ты выиграешь тогда? Я с вас съем. Не сможешь. Да вы замерзнете сейчас, вот и все. А я поджигу. Открываю. Готовы? Открываю. У меня коктейль Молотова. Готовы? Открываю. Не помешать еще. Да не надо открывать. Что, дай мне. Да нате, нате, пусть вам Миша мешает и открывает. Да чтобы вам удобнее было, я открываю. А, yes! Папина значок! Yes! Папа, я тебе назначаю саботаж. У нас всегда была возможность. А нам все равно, мы улетаем. Кого-то. Все, друзья. Станция идет. Там еще пока до нее доползет. А это есть смысл? Ай, папочка! А все, а? А что, мы больше нет смысла ничего открывать? Делать? Нет, нет, оно не открывается. Открываем. Да что открывать? Что вы сделаете? Там активация, могу ее поджечь. Не, когда ты не можешь поджечь. А, не уходите, надо. Вы все уходите вот сюда, все. Все, Лев, сейчас все зависит. Смотрите, теперь от тебя. Каждый нам ход станция будет замерзать. Пробовать этот кубики бросать. Нам на самое интересное. А теперь кубики. Внимание. Нам все равно, мы улетаем. Знатоки. Мы не можем улететь, он не долетает, еще не долетел до нас. Он долетит сейчас, даже если Лев выкинет грозу. А. Внимание, знатоки. А вы не улетите в этот ход? Почему? Потому что вы только в следующий ход можете улететь. Ну, значит, будем протягивать еще один ход. Мы еще не успеем замерзнуть нормально. Я хотел сказать следующее. Вот котельная сломалась. В синих локациях нечто давайте не может ходить. А в фиолетовой локации, она единственная здесь, в псарне, не может ходить люди. Давай вот это уберем. Ты пойдешь в псарню и сожжешь всех собак а сразу? А там нет собачек. Вот, а в зеленой локации может быть не более трех персонажей. Слушай, но мы этих правил не нарушили. Ты мог, допустим, сразу обратиться и пойти всех собак съесть? В первый же ход? Да. Нет, я не успел бы, они разбегаются в первом ходе. А. На кухню. Нам еще. И в генераторную. Всего две... А, давайте сейчас эту... Жетон лидера. Котельную надо убрать, ее же нету больше у нас. А жетон лидера дальше идет в лабораторию. Ну, какая разница? У нас по-прежнему Лев. Пойдемте все поспим. Зачем? Лев, кидай кубик. Чтобы он до нас и дошел. Облачно. И смотрим. Один теряется вот этот. И один продвигается. И один продвигается вот этот, да. И на один вот этот. Когда и вот этот два, черепок и... достигнет вот этого деления, вы проиграете. Нет, я могу ее поджечь. Если не поджечь какую-то комнату станции. Но Лев ну, может это сделать. Успокойся пока. Кого? Он на сколько продвигается? На два. На два. Он прилетел. А этот на один. Все, у вас будет три хода, чтобы принять решение. Мы принимаем вот этот же ход. Вы не можете в этот ход принять решение. Вы можете спать. Меч нас не тронет. Смотрите. А может тут просто останемся? Нельзя. Давайте. Наверное. Я вам зачитаю про вертолет, когда можно улететь. Папа, мы можем тут остаться? Нет. Еще бы в пинбол сыграл. Если спасательный вертолет уже прибыл, то в фазе 4, после того, как будут разыграны все стычки, персонажи имеют возможность сбежать на спасательном вертолете. То есть сейчас? Да, все, мы выиграли. Выходит... То есть мы сейчас можем сбежать? Ну, выходит сейчас, смысл да. нам в стычке разыгрывать нет? Мы знаем, что мы люди. Нет, вы будете разыгрывать. Ну давайте разыграем их в открытую. Какой смысл? Нельзя. Ну, смысл да какой? Мы люди! Мы же люди. Да все. Кто его знает? Да все это знают. У нас не было ни одного стычки с собаками. Все равно нельзя разыграть хорошо. Их в открытую. Чтобы вы сейчас все хотите показать друг другу, что вы люди. Нет уж, друзья. Хорошо. Будете принимать решение. Нечто как скажешь. А, подожди, ты бросил кубик? Давайте я карты-то вам раздам. Сколько тебе? Две? Ну, всем ты можешь мне дать больше? Нет, нет, просто у льва-то одна всего. Ой, я задела камеру.
Принимайте решение, кто куда пойдет. А нет, я принимаю решение. Я всегда вечно зеленый попадается. Пойдем. В смысле, мы сейчас... Зачем мы сейчас можем сесть в вертолет? Нам это где-то в конце... Вам нужно подействовать. Да, это после действий всех мы улетим. Так что пойдемте. Значит, идем спать, а потом в коматозном состоянии, очевидно. Идем спать? Да. Сейчас отец сходит? Твой отец нечто сходит сейчас? Сейчас он пойдет. Как так получается? Ты специально это делаешь, да? Ты играл в нечто? Папа! Нет, один раз Миша был нечто. Папа! Ты все была остальные... у нас нечто. Никогда не была нечто, ни разу. Она не была да нечто. Да ты у нас во всех фильмах нечто. В фильмах? Ну, в каких фильмах? Ты сценарист, я режиссер. Во всех играх вечно, если кто-то подозрительный, то это ты. Я. Да. Но вы меня же помните сразу? Миша на какой-то игре прям сразу меня раз? И потом такой, это не мама, я откатилась на трек на папа! Самый низ. А я знаю, в какие ты еще не можешь ходить комнаты. В какие? В коридор. Точно, коридор, но это не точно. Комната. И мы не можем в коридор ходить, прикинь. Как? Итак, Антон, ты ходишь куда-то? Ну, как мне надо пойти? Куда-то пойти. Ты, и давай, вам надо куда-то это, пойти. Интригу давай, не нам надо затягивать, нам уже можем. Улетать пора, понимаешь? Куда идем? Все идем спать. Мы идем спать. А мы можем тебя... Всех съем. Да, нам все равно. Всех съем. Иди. Слушай, иди разделись. Идем. Мы спать идем. Я в спальню пришел. Ты не можешь ходить в спальню. Ты не Фредди Крюгер, ты ходить по спальням не можешь. Все, уходите. Идем. Все, мы ушли в спальню. А... Нет, я первый хожу, Лев, нормально ходим, чтобы папе было хорошо, я решу. За меня сходите, а то я сейчас опять камеру вот толкну. Беру все, папа, сбрасываю, если Миша не хочет, чтобы хотели, мы что, должны улететь? Беру. Так, вы все идете в спальню? Только на кровати нас положи, а чего надо попринимать? Почему мы на полу? Я использовал действие, теперь мама использует. Я тоже должна положить? Да, нет, ты сбрасывай две карты. А зачем, у меня хорошее действие? Тогда зачем ты спать идешь? Надо сбрасывать. Сбрасывай. А, точно. Я луначу. Любую беру? Одну? Ой, Миша, это ты луначишь. Две? Две. Миша, ты луначишь. Я в унитазе сплю. Михаил. Папа, Миша сказал, что он в унитазе спит. Лев, на. Подожди. Вы после каждого этого действия должны перемешивать колоду. Ну на, выбери любые две карты, которые тебе надо. Давай. А ты те две для начала. А зачем? Надо, ты спать пошел. Я тоже такая, зачем? У меня хорошие карты. Когда вы уходите спать, надо сразу сбросить. Ваш персонаж не будет делать действия, он просто выбирает карты. Вообще, одну ремонт, одну активацию. Зачем нам это надо? Мы все равно летаем. Просто здоровый сон. Здоровый сон с молотком под подушкой. Ремонт. С молотком под подушкой? Да, а где мы молоток взяли? В ремонте где? Все, мы улетели. А у нас в ремонте нет молотка. Угу. Готовы? Сейчас узнаем, куда папа пойдет. Стычки разыгрывайте. Стычки разыгрываются даже здесь. Папа очень любит наши стычки. Да. Давайте. В этот раз я проверю Мишу. Я Льва тогда. Лев, а ты мама, у нас все пошло наперекосяк. Все, все счастливы. Раз, надо давай. Помешать обязательно. А, да, точно. Ну, вот я тоже не буду мешать. Надо. Мешай, надо. Мешай свою роль, вдруг он поменялся у тебя. Все, я помешаю. Я сейчас буду очень смеяться, если здесь три нечто сидит. Конечно. Как мы можем взять три нечто? Нечто один был ты. Вы ни с кем не контактировал. Мы с собаками не контактировали. Как? Потому что вы мне не давали с вами контактировать. Я вас звал в котельную. Я пойду помогу. Стоять. Пойду помогу, всех заражу. Я вам радиорубку всю размочил. А где радиорубка? Ой, радиорубку, господи, метеостанцию. Нам уже все равно. Ну хорошо. Принимаем решение улетать. Вы улетаете или в следующем раунде полетите? Сейчас улетаем. Сейчас. Это возможно сейчас? Принимать решение вы. Наименее подозрительный игрок. Мы с тобой принимаем решение, Лев. Мы приняли решение улетать. Да, и Миша берем. Стоять. Кто садится первый из вас? Я. Мама. Лев? Мама. Лев, принимай решение. Берешь ты маму с собой? Да. Берешь. Теперь вы вдвоем принимаете решение. А, ты берешь маму? Показываем роль мамы. Человек. Ты а свою держи. Нет. Принимайте решение. Вы берете Мишу? Да. Берете, скрываем. Человек. Все, все улетели. Люди-человеки выиграли. Люди-человеки победили. За да. Нечто, по-моему, никто не выигрывал. Нет, а кто у нас играл? Только папа и ты. А, смотрите. Если бы я играла, я бы выиграла, на конечно. На самом деле, я бы первая села в вертолет и улетела. За нечто мамочка. Сложно, потому что... здесь нельзя... Будешь сильно навязчивым, тебя сразу раскрывают, да?
будешь наоборот медлить, скажем так, не успеешь. Поэтому за нечто на самом деле сложно выиграть. А если игроков 5 или 6, ну, там 2 нечто? Нет, все равно один. Нечто, только просто одно. Просто люди начинают толпиться. Просто быстрее за это заражаются. Да, и заражаются. Но это не значит, что люди всегда выигрывают. Например, люди у нас выиграли, хоть и нечто ни разу не побеждал, но и люди выиграли второй раз. Потому что сесть в вертолет и улететь нужно всем людям. А было такое, что, ну, не верят они третьему, да, бросают его на станцию, улетают, а он тоже человек. И все, люди проиграли. И поэтому нечто все равно выигрывает. Поэтому... Здесь еще есть один такой момент за нечто. Если ты хочешь кого-то заразить, ты не знаешь, заразил ты или нет. Да, кстати, ты когда во время стычки, даже если ты подсунул жетончик... А нечто, ты еще не знаешь, сам заразил ты или нет. Ну, поэтому... вот у нас так было. Миша, да. Был нечто, я взяла жетон из двух человек. А у кого это? Вот именно. И Миша до самого конца не знал, нечто ты или нет. И мы при этом не знали, нечто ты или нет. Но потом они меня проверили. Доверие падает. Я потом тебя просто взяли. Тебя спасло то, что мы кровь твою проверили. Если бы кровь не проверили, мы бы тебя со львом бросили бы на станции и улетели. Понимаешь? Никто меня не бросил. Меня Миша не хотел брать. Ну что ж, надеемся, что... Ты всегда недоверие вызываешь. Мне кажется, самый единственный вариант нечто выиграть, это в форме человека сесть туда и улететь. Папа хотел сесть, но... Да вы ж никому не верите. Не получилось. Если сесть одному и улететь, никого не брать с собой. Тогда ж ты выиграешь? Да. Ну вот, то есть... Ну кто ему позволит одному сесть? Ну это вопрос. Надо быть наименее подозрительным, да. Нечто. А он просто все двери закроет, сесть и не взять. А вы такие игроки, никого. Что делаешь все как надо. Топливом заправляешь, ты нечто. Не знаю, там, кухню пошел готовить, ты нечто. Что не делать, ты нечто. Я бы сейчас пошутила, но мне стыдно перед подписчиком, я не буду говорить. Надеемся, что камера сильно не тряслась, просто она... От нашего смеха. Ну, действительно, вот она, я смотрю, потрясывается. Надеюсь, сильно не тряслась, надеюсь, мы сильно не кричали. Ну, а самое главное, не надеемся, что данное видео было... Видео полезно, а самое главное... Не кричали, как в караоке. Смотрели все правила, что интересно. В том числе обращение нечто. Мы рассмотрели практически все механики. Ну, вообще хорошая игра получилась. Все удалось, да? Все локации показали. Правила, локации все показали. Поэтому надеюсь, что игра была полезной, интересной. Если так, мы очень рады. А на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры. Всем пока.